Итак, сегодня руководители пенсионного фонда рассказали об индексации пенсии в этом году. С 1 февраля на 4% повысится страховая пенсия. В денежном выражении прибавка составит около 550 рублей, а с 1 апреля также на 4% увеличится социальная пенсия. Будут ли еще в этом году расти выплаты, пока неизвестно. Решение об этом будут принимать летом. А что касается индексации страховой пенсии, то она не предусмотрена для тех пенсионеров, которые работают. В нашем крае проживает 265 тысяч работающих пенсионеров. Индексации им с 1 февраля производиться не будет. Они получат индексацию после того, как оставят работу. Соответственно, с месяца следующего после прекращения работы такая индексация будет им производиться.